что еще поговорим? Про что расскажу? Обязательно. Про что? Во время свадьбы про песню, когда я сидела. Вот, кстати. Про песню про папу. Что девочка мне привозила, ему сказали, что везде на свадьбе невеста поет эту песню, либо она просто играет, или все другое, что она описывает, что папа для меня дал мне весь мир. Да. Делает то для меня, это им, они... А ты что для меня готов делать? Что я стала твоей женой? Ну, это, кстати, замечательно, потому что у нас в основном мы все девочки выбираем по папе. Mm-hmm. Нравился папа, не нравился папа. Но в Индии, насколько я поняла, что папа дает для девочки все. Mm-hmm. Столько, чтобы она могла выбрать себе уже будущего мужа по себе, да? Да. Папа — это очень значимая фигура вообще в индийской семье для девочки.